Весна и лето – активная пора года для любителей выращивать продукты на своем участке. Благо на дворе не каменный век, и вскопать землю помогает нам не палка-копалка, а продвинутая техника. Как выбрать культиватор – разберемся. Самые легкие представители – это электрокультиваторы, как, например, этот культиватор Sunday's Garden. Им можно подготовить под посадку небольшие клумбы и грядки. Глубина обработки 15-25 см, а ширина 25-45. Время работы 20 минут, после чего культиватору необходима передышка. Если работать им беспрерывно, то агрегат быстро выйдет из строя, так как не рассчитан на такие нагрузки. Используется на участках до 5 соток и очень популярен среди женщин и людей в возрасте за счет его небольшого веса. Мощность электрокультиваторов разнится от 300 до приблизительно 1000 Вт. Так, например, у этого экземпляра от Sunday's Garden мощность 300 Вт, а у этого 1050. А если работать от розетки и таскать за собой шнур вам неудобно, то присмотритесь к бензиновым мини-культиваторам. По размеру они приблизительно такие же, как эти образцы от Sunday's Garden, но у них двухтактный двигатель, и они работают от смеси бензина с маслом. Из существенных минусов мини-культиваторов то, что они не подходят для твердой и необработанной почвы, то есть целины. Но если вам нужно обработать землю под посадку, справляются отлично. Мотокультиваторы – устройства помассивнее. Большинство моделей весят около 50 кг, но встречаются экземпляры и под 100. Среди мотокультиваторов встречаются и простые модели с минимумом возможностей, и дорогостоящие полупрофессиональные машины, которыми не грех и фермеру воспользоваться. Мотокультиваторы оборудованы четырехтактными бензиновыми или реже дизельными двигателями внутреннего сгорания. Чаще всего они имеют две передачи вперед и одну назад, а некоторые даже поддерживают установку навесного оборудования. Это могут быть навесные фрезы, плуги, окучники и даже картофелекопалки. Мотокультиваторы по сравнению с мини-культиваторами менее маневренны и поэтому не так удобны для небольших грядок и парников, но зато справляются с более тяжелыми почвами и даже целиной. Ширина обработки 50-100 см, а глубина до 30. Обратите внимание на мотокультиватор с ременной передачей. Он подходит для обработки целинных земель, потому что если во время работы с ним вам попадется камень, то всю нагрузку возьмет на себя ремень, который, если порвется, легко заменить. Еще один плюс работы с мотокультиватором с ременной передачей – значительно уменьшается уровень вибрации. Мотоблок – это настоящая многофункциональная машина. Такой агрегат поможет не только вскопать легкую почву и даже целину. С его помощью можно косить, передвигать грузы и даже убирать снег. Мощность от 6 до 16 лошадиных сил. Ширина обработки минимум 70 см, а в некоторых моделях даже превышает 2 метра. Если хотите более надежный мотоблок, выбирайте варианты с шестеренчатым редуктором. По сути, это аналог автомобильной коробки передач. Такие модели стоят дороже вариантов с цепным редуктором, но зато они долго не потребуют ремонта. Цепные редукторы чаще выходят из строя, но за счет простой конструкции легко ремонтируются самостоятельно при наличии навыков и запчастей. Некоторые мотоблоки оснащены валом отбора мощности. Это значит, что навесное оборудование может быть не только пассивным, как плуг, но и активным, например, снегоочиститель или измельчитель веток. Вал отбора мощности делает мотоблок по-настоящему многофункциональной профессиональной машиной. Выбирая мотоблок, обратите внимание на функцию блокировки одного колеса. Дело в том, что развернуть вручную машину весом в один центнер не так-то просто. Производители предлагают такой вариант. Одно колесо вращается и разворачивает мотоблок в нужную сторону вокруг оси второго колеса. Для большинства дач, а это 4-5 соток облагороженной земли, подходит просто электрический культиватор. Если же участок побольше, то лучше отдать предпочтение бензиновому мини-культиватору. А если ваш участок большой, 10-30 соток, обратите внимание на мотокультиваторы.
Мотоблоки же целесообразно покупать, когда площадь вашего участка стремится к 1 гектару. И кроме работы с землей, вам необходимо использовать другое навесное оборудование. Например, косилки, снегоуборщики, измельчители или прицепы. В таком случае качественный мотоблок станет незаменимым помощником в вашем хозяйстве. Помните о том, что чем больше функционал машины, тем сложнее ее обслуживание. Поэтому важно адекватно оценить объем работ, чтобы не переплачивать за ненужные функции. А если у вас остались вопросы, звоните и пишите в онлайн-гипермаркет 21век.бай. Профессиональные консультанты помогут определиться с выбором и оформят заказ. Вкусного вам урожая!